Два слесаря и мастер компании «ГАЗ-Экс» задержаны в Нижнем Тагиле. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщают в Следственном комитете, в ближайшее время сотрудникам газовой службы предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Уголовное дело расследуется по факту обрушения 1 августа двух подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле, в результате чего погибли и пострадали люди. По подозрению в совершении преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия. Следователи и криминалисты уже провели осмотры места происшествия, допросили свидетелей, потерпевших и родственников погибших. Назначен комплекс экспертиз, изъята необходимая документация. Если вина сотрудников газовой компании будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомню, обрушение двух подъездов в жилом доме на Сибирской произошло 1 августа. Погибли 10 человек, 5 из них – дети. Самому младшему Денису было всего 7 лет. В компании «ГАЗ-Экс» заявляют, что плановое техническое обслуживание оборудования в доме проводилось 24 июня. И на момент проверки система распределения газа в доме была исправной. 5 августа были задержаны мастер и два слесаря нашей компании по уголовному делу. Мы оказываем всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле.